Ну что, ребят, всем привет! Сегодня запилим обычную ВРшку с Неки, там поздоровайся. Всем привет. Вот, поиграем просто до 7 флажков, что-то мне захотелось записать ВРшку, что-то не было давно в ВРшке, может быть, запилим следующий бой на холме, может, не запилим, я не знаю, в общем, как получится. У них, правда, один чувак вышел, давай, может быть, я приглашу кого-нибудь, кто тут у нас есть, ну вот, Серёгу. Давай. У тебя там целый список этих друзей. Ну, у меня в основном основные такие друзья. Вот. Ну, если так посмотреть, у тебя основных друзей. Ну, а сколько? Вот я даже ради интереса только посчитаю. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Блин, Let's Play назвать «Учимся считать», да, Бэр? Да, я даже знаю, я, наверное, ускорю этот момент. Так, все, давай, го. Ну, давай, го, сыграем, попробуем. И погнали. Может быть, два раунда запишем, если быстренько их спячем. Кстати, 2-1, не знаю почему. Ну, вины здесь играли до нас. Минус. Практически. Ну, да, минус. Второй минус. О, отлично. Можно раз кубончики повозить. Вот. Какую тему? А, у них один вышел, правда. Кстати, он просто перезашел. Хотелось поздравить тебя с красочкой мастера паркура. Спасибо. Ой, ну не надо, но... У меня была очень такая веселая вещь. У меня винда полетела, и все видео были тупо, ну, знаешь, удалены с компа. Mm-hmm. И после этого, когда я попросил перезаписать ребят, всем уже было лень. Ты не мог как бы жесткого диска просто восстановить видосы? Нет. У меня как раз за это видео и менял. Ну, у меня жесткий диск начал стучать, и в итоге пришлось его менять. Ты просто не мог просто перекинуть? Полностью. Ты вообще, в общем, инфу никак не мог перекинуть, да? Жесткий диск все полетел. На одну. Из-за этого все вообще все было утеряно, то есть. Я и летсплей, который я снимал, и на конкурс мастера паркура видео. То есть было все очень печально. Ну, я вообще думал, то, что будут как бы призовые места, то есть первое, второе, третье там. Вот, потом сказали то, что... Ой, что ты не сказал, то, что не там, я думал, ты их посливал. Вот, нет. Минус, не минус. Блин, надо было тебе флажок, может, взять. Хотя, без разницы. А я не успел, понимаешь. Опа, надо. Я, получается, думал то, что как бы призовые места не ограничены. Ай, ё-моё, развели меня. Ну так они и оказались неограниченными вроде бы как. Да, 20 мест оказалось. Ну, я так и посмотрел, у меня вроде бы как бы у нас работа, ну, она нормальная. И я подумал то, что может быть как бы, ну, я видел некоторые работы, они... Там видос лагало, я не знаю, почему взяли, но я ни на кого не наговариваю. Вот, просто отлично мое мнение. Это, если работа снята от своего лица, и тем более еще лагает, там еще бандик не крякнут, там была вот одна такая работа, то я не понимаю, как ее можно было взять. Ну, это лично, ребят, мое мнение, то что вы о чем. Ну, была очень достойная работа у парня из Рутанка, но ее почему-то не взяли. А я не видел их. Работа. Он ее даже опубликовал в РТ, пишет, почему ее не взяли. Взяли такое говно. А у них там реально была очень-очень достойная работа, флаг на одну. Угу. Я был в недоумении, если честно. Ну, не знаю, там мне запомнился один чувак, как бы, Вуди. Да. Я посмотрел его канал, тоже какой-то там летсплейчик, видосики делает. Вот. И получается, то, что он сказал то, что... Ну, он в комментах начал писать то, что у какого-то там источника света лучше, типа мы залажали со спеком там вообще. И если честно, даже не понял суть его комментария. То есть он сказал, вернее, его суть была в том, что он как бы обратил внимание на другого чувака, у которого там FPS 60, видос лучше, что-то там все такое, и типа у нас плохая работа. Кстати, вот так я удивился, аж просмотры подскочили. И я думал, вот, ложусь вчера спать в 5,
Блин, я смотрю, 5000 просмотров. Сегодня с утра просыпаюсь, 18. Блин, я просто офигел. Это реально было неожиданно. Неожиданно, да. Так, ну, я уже как рачок. Вот, может быть, еще о чем-нибудь так поболтаем? Ну, что, у меня-то все по-старому, ничего нового. До сих пор так и понимаю, что ребята очень любят конкурсы, потому что, знаешь, на обычное видео по 30 лайков собирается, не более. А сейчас по 60 за 3 дня. Для меня это было новшество. Ну, если честно, то это первая моя победа в конкурсе каком-нибудь вообще. Ну, я был, ну, скажем так, очень рад. Роба поздравил сразу же, как только увидел его в онлайне. Давай, ой, ты прокосил ничья. Ладно, он там на одном. Вот. В принципе, тебя там списать как надо. Я, в общем, флаг вынесу. Ладно, назад обрати. Ну, я понял, что он там. Ах ты, ё-ма. Не попал. Может, а где второй, ты не видел? У меня тут отрезался. Ну все, меня, в общем, слили, и... я доставил флаг, да. 4-4, ребят, может быть, сбилим еще летсплейчик, возможно. Еще у меня какая-то... Ага, у меня какая-то фигня со скайпом, и получается так, что у меня разделилось, как бы... Окно контактов с основным окном. Да, откуда ты знаешь? Ты знаешь, как эту проблему решить? Конечно. Так. Я тебе все расскажу потом, после. Блин, я так перестрал. Я сейчас думаю, блин, все, скайп полетел. Ну, не, конечно же, не так, но просто подумал, опять надо перезагружать ком, блин, сейчас надо тогда подождать, пока ЛП-ха зальется, блин. Вот. Кто не знает, ребята, сейчас я даже вангую то, что Некит сидит в костюме попугайчика. Нет, я не попугай. Хотя ты близок, я только собирался его напялить, он только-только постирался. О, вот это я затащил. Ну, блин, давай, фух, отлично. 5-5, насколько я понимаю, да? Да, 5-5, ребята, играть не так уж и плохо. Угу. Таскают, да, флажки. Запишем все-таки, наверное, 2 раунда. Вот, и еще, может быть, на холмике запишем какую-нибудь эпичную битву. Или, я не знаю, я вообще хочу... Нубичные битвы. Кстати, Иван еще выпускает нубичные битвы свои. Нубичные, а я не знаю его отличия от нубичных, от эпичных. Нубичные у него на новом аккаунте. Я затащил. Что нубичные? Нубичные битвы у него на мульте. А эпичные на основе, да? Да. Ой, как меня тут стрельнули. В этом как бы различие этих битв. Васп, если я не ошибаюсь, на одну. Извини, что я так зараковал. Да ладно, никак. Так, ну тут я уже ничего не делал, к сожалению. Вот. Получается, я хочу записать Васпарик на статике, то есть я не знаю, когда эта толпа выйдет, но он, наверное, выйдет уже... Уже именно он выйдет в субботу, то есть, или в пятницу, не знаю, в общем, не буду пока раскрывать все карты, мы сегодня с Жекой записали ЛП тематическую битву, то есть, Васпарик на стадике, двойная сирена была, это просто эпично, эпичность. Вот. Ну вот, да, без X2 фондов для минус. ЛПшки это самое то. Угу. Где Васпик? Минус, аккуратненько, давай вдвоем скидывай флаг, отлично. Он не виделся ни на что, у нас не разводится. Ага. Он на сколько? На одну. Отлично. Верно. В общем, ребят, мы выиграли этот раунд. Давайте сейчас, наверное, запишем второй. Вот. И в принципе, закончим, наверное, этот ЛП. Потому что уже 10 минут идет. Я не знаю, что-то я сегодня так спокойненько пишу. Так, сразу го спрашиваю. Так, отвечаем гу. Да. Играем на агрессии, не ждем. Агрессии. Ой, я попал. Вот, и в принципе, не знаю. У меня даже никакой темы нету для разговора. Я сейчас спокойненько такой сижу в 10 вечера. Кайфую. Да. Мне нужно сделать так, чтобы я запечатлил момент 1 555 555 опыта. Минус. А нет, он сальтуху сделал. Ладно. Но это, пользуюсь моментом, пока что пропиарю. Ребята, у меня конкурс на 50 тысяч кристаллов без ДК. То есть... это ты там еще вроде уже кипяр заказал, да?
Нет, у Жеки я еще пиар не заказывал. А, там просто у Только него в этом. собираюсь. Что у него? Не, у него просто в этом в паблике тоже как бы запись закреплена. Ну, закреплена запись на денек на конкурс. Ну, на 50 тысяч крит. Можешь меня подстраховать? Вниз ехать. Так, здесь еще один просто Там поджидает Васпер наверху. просто. Ой-ё. Поэтому и не хотел съезжать. Да, и Васпику у него будет на одну. Ха-ха-ха. И Так. выезжай на нашу базу. Ага. Что-то зарешал. Ой-ё, не зарешал вообще. Так, аккуратно, не подсказываю. Фух, на флаг. Я пойду. Ой, Сейчас блин, я. у меня обычно попадалось. Сейчас что-то не попалось. Так. Один. А, 1-0 в нашу пользу. Когда мы флаг-то успели притащить. Да фиг знает, как-то рефлекторно получается. Так, скидывай флажок и, в принципе, давай вдвоем тогда пойдем. В принципе, как-то должны его. Ой-ой-ой. Так, я так понимаю, они оба на одну, да? Да, и почему-то один из них АФК. Ну, давай, наверное, немножко покрысоловим. Покрысим, вернее, воспользуемся моментом. Так, я пока не буду возвращать план. Ну ладно, раз уж ты так поступил. Так. Спроси, может быть, стоп. Я, может быть, остановлю запись, потому что. Ну, сейчас я спросил, потому что все-таки у них один ФКшный. Вот. Так, ладно, ребят, давайте мы пока остановим запись и вернемся, когда уже все нормализуем. Ну что, ребят, мы, в принципе, вернулись, и я сейчас самоуничтожаюсь, потому что был в минусе, но меня противник Они не перевернул. выжидают, сразу возили флаг, он, то есть он А, только. ну, это, в принципе, плюс, потому что какой-то отпор хотя бы будет. Вот. Флаг на одну рельсу уезжает, не знаю, спишь ты или нет. Опа, отлично. О, блин, ой-ой-ой-ой, если бы мне не сбили прицел, я бы сейчас так затащил. Сейчас так затащил. Вот, на одну. Отлично. Так, на центр везешь, да? Я Так, увез. я не знаю, Ты. где хорь. Я не знаю, где хорь. Он у Он за тебя где-то, флагом да? поехал, он на одну. Отлично, я его вынес. Так, все, я тогда доставляю флаг. А, ё-моё. Ой, я не посмотрел Я тут, сзади к там, сожалению, сори. ничего, да, я тут, к сожалению, уже ничего не зарешаю. Отправлю, нет, не отправлю в минус. Но он будет на одну, в общем. Мне просто сказал, что он поехал совершенно Ой, с другой фух. стороны. Ну, не знаю. Опа, в ми... Как? Ты вообще не попал, у тебя леса не заряжалась. У меня показалось... Вот почему у меня показало то, что я в него стрельнул, но... Это пару миллисекунд разница. Как тебе повезло, как тебе повезло вообще? Они оба на одну сейчас стали. Да, извини, сейчас я Я тоже сейчас опять тогда иксанул. флаг верну. Я только проснулся. Проснулся? Да. По Ну, дороге. пришел с учебы, с работы и спать сразу. Как ты устаешь, вот так вот, вставай с ним рано. Они оба с той стороны, вас пока разряженный. О, вау! Вот прям миллиметр просто от смерти. 4-1, в принципе, и ребят просто такой... О, у меня 1 555 555 опыта! Скрин! Скрин! Я даже сам не заметил, и прикольно, в общем-то. Я такой сейчас скринчик сделаю, ребят. Прикольно. Так, все. Не будем сейчас отвлекаться и перейдем, соответственно, к игре. Так, у вас пока я рельнул. И. На, отлично. Все, я тогда стреляю флажок. Я сейчас где-нибудь вас прокараулю, вон он. Да, я его видел. Ах ты, ё-моё. А я в него, в общем, не попал, там еще и Хорнет. Ну, попытался я ему выдать рельсу, но там Блин, меня нет, харил. надо было мне попасть в Аспика, но, к сожалению, я этого не сделал. Ну, ладно, 4-2, в принципе, все ок, наверное, да? Все ок. Да, я вас пикую лесу. Ну, думаю, что да, может быть, еще и затащим. Да, конечно, затащим 4-3. Так. Считай, мы уже поддаемся даже, потому что как на расслабончике играем. Вот. Ну, это да. Возможно, ребят, возможно, этот летсплей, я знаю, как можно удлинить. Запишем с тобой 5 флажков на холме просто 1-1. Ну, на вас похоже рейс или как тебе? Вас, я хочу на вас. Хотя какой у вас третий же, да? У тебя ж фука. У меня фука гараж, да. Хорек на одно. А, помнишь, как мы играли позавчера вроде бы вечерком ХРВР и Голдик упал?
Алена еще вроде бы. Да, 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 да. Было дело. Вот. Это ребята уже так о своем. О скилле, так сказать. Ну да, о скилле. Мы вас тогда порвали. Не, мы. Роб, Микс и Берег. Против трех раков. Микса не было. Жеки не было. Вы втроём. А с кем были? Кто у вас был третий? Так, ты с Аленой, я с Роб. А, Саня, танк Т-30. А, да, танк Т-30. И ты еще с Рэй Мистерио вроде бы, да? Да, было именно так. Опять взяли флаг, потому что я не могу караулить того и того, извини. Не, ну это я уже отвлекся, надо сейчас тогда. Но все-таки, представляете, мастер Роб, это тестер, помощник. У него, Берикс, я считаю, у него три краски уже есть. Мастер паркура, тестер. Берикс, сплейщик. И оператор танк Т-30. И они слили таким раком. Не, считай, реально, у Роба три краски, это тестер, помощник и мастер паркура. Ладно, слушай, мастер паркура, у тебя тоже есть краска, давай все-таки можешь попробовать затащить тобой. Ага. Да ё-моё, я в этом минусе заколебался уже лежать. Так, ладно, давай тогда сейчас реально буду раковать. Попробую сейчас дефи немножко писать, вот прям немножечко. Ну, я не успею. Ай-я. Это все победа. Ладно, ребят, это уже конкретный слив. Хотя давай еще раз раунд, не будем уже тогда писать на холмике. Напишем еще раз. Так. Так, ну что, давай сразу гол. Я по правой стороне пойду. Давай, я тоже. А, пишет, я ухожу, пока. Блин, к сожалению, ребят, тогда напишем стоп. А, сразу зашел. Все, написали гол. И погнали, ребят, просто погнали. Ай, к сожалению. А, Андрей, D3 Mix 3D, я его знаю, ты пикап-мастер, это тот самый. А что за пикап-мастер, дровни? Ну, как там, КС Вика начал сраться. Давай, он там неприличные вещи показывал, рассказывал. А, ладно. А, это тот самый Андрей? Да, именно. А то что в просьбе, ничего так? Да ладно, у него... М2, ё-ма. Эу. Можем его там в чатик написать? Ну, вроде адекватом казался. А, вроде бы, да. Смотри. Вот этот вот придурочный еще флаг пытается вести. Разведён. Дурочка, кинь флаг. Отлично. Ай. Я дал одну лесу. Так, я думаю, он сейчас переоденется, в принципе, и... Ай, нет, не успели. Так, он вышел, стой, давай тогда сейчас подождем, я так понимаю, он пошел переодеться, потому что тут нету переодевалки. И, в принципе, он сейчас должен вернуться. Вот. Фух. Пусть меня сольет. Так, отлично, все, он вступил. Пишем. Го. Го, го, го. Так, на чем он? Red, на коре рельсе в красный. Красный. У меня такого отродясь не было. Что, у тебя не было такого? Отродясь такой краски. Ага. Самая скилловая. Я как-то потратил 200 кристаллов до ребаланса, понакупал красок синие, красное, белое. До ребаланса, блин. До ребаланса мне как-то краски больше нравились, честно. Угу. Раньше так, сейчас краска кулар стоила. Прости. Все, ребят, мы вернулись, просто у меня тут больше неполадки, и сейчас мы тоже их... Пишем гол. Да, давайте гол. Вот. Я не понял, почему ты поменял свой гол. Некит. Что говоришь? Почему игрок у них поменялся? Потому что тот не захотел играть против нас. Опять вышел. Странно, странно. Куда это повез флаг? Да я этого слил, пусть он тут будет. Напишу тоже слил. Ну, ребят, что-то странновато. Вот, скилл, кто-то фидай. Вот, ну ладно. Давай тогда сразу го. Опять пишем уже который раз. А, вот, этого Андрея я слил, в принципе. И... Сольёшь. Ой, не слил. Ладно. В принципе, чё? В принципе, ничего. Ну, слил я его, уже го. Так. На сколько минуток назад СЛП получить, ребят, просто спокойная хрешка и в хрешка.
А, не, попало. Все-таки. Я видел, я это видел. Ладно, давай тогда быстро их тут покачим. Ладно, давай нормально сыграем уже, потому что как-то играем от понта. Уже стыдно становится, знаешь, на летсплей так вот в минус уходить. А! Нет, попал, все-таки так. И. А че он с резистом, а? 5%, да это ужас просто. 10! А, извини, 10. За флагом есть, за флагом едь. Да, сливай этого там, и за флагом. Я понял, пацан там сообразит. Развел. И стой, жди. Дай этому второму. А, ё-моё. Он промазит. Едь. Я взял флаг, на центр выезжай, если тебе помогу там. Да, не боись. Все, окей. Воу, так, отлично, где этот второй Андрей отрез? На центре. Понятненько, ребят, 2-2, 5 флагов до нашей победы. И получай рельсу, отправляйся. Ты его не рельнул? Нет, я не успел еще ничего сделать. Так, они оба разряжены и... Так, Малорик. А ты с флагом? Нет, я только еду забрать флаг у них с их базы. Я тогда попытаюсь... Меня тупо сразу вынесли. Нет, развели. Он поехал в чертов бачок и ничего я сделать не смог. К сожалению, 3-2 мы пока проигрываем. И, блин, а прикинь, если бы гол? Было бы неплохо. Ага. О, нифига, этот пацан вообще УП держит, у них даже по 100 очков. Прикольно. Так, ну у нас, как всегда, днищенский УП. 0.63, 0.67. Да подожди ты. Сейчас все будет. Воу! Я хотел по-крутому запаркурить, можешь мне как-нибудь хелпнуть? Я тут флажком. Не могу, честно, никак. Ну ладно, я пока не буду долетаться. Я верну флаг, тут долется. Долетаюсь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, он, наверное, вернет, потому что я уже реально не смогу. Я... Ушел в минус, хотя... Не, дальний, очень дальний респ, и, к сожалению, у меня ничего не получится. Они оба на две ничего не успели сделать, я и так, как бы... Ой, забрал. Блин, я еще мог так затащить такую сквозную, да. Блин, вот это я вообще лоханул. А чего у них постоянно одинаковое количество очков-то? Они копят их по-одинаковому. Где второй? Ну, там стоит Остенька играет, а, Андрей еще. По-другому в принципе не играет. Это знаешь такой стиль, называется Стенка. Стенка. Ну стоишь, выжидаешь. Так, Андрей на одну. А я понтуюсь. Меня вынесли. 4-3, мы дуем. И ты где? Я верну флаг. Ага, отлично. Ой, простите, ребят, деваю уже 10-0-3. Получай. Отлично, вообще снес, как мама учила. И сейчас тогда... тебе дадут рельсу. Уверен? А, ну да. Я ухожу по правой стороне. Ты им сквозную дал? Нет, нам дали сквозную. Нам? Да. Как нам сквозную-то могли... А, все, я слил, получается, это дал? Ты доставишь. Так, да. А как нам сквозную-то могли дать, он вообще где-то в воздухе был? Ты в прыжке, когда был, я тоже спрыгивал. И поэтому я чисто так прикинув... Подумал, что если он стрельнет в нужный момент, то будет сквозная. Ну, возможно, да. Андрей, в общем, меня слил. Дай ему, может быть, как-то рельсу и... да, я его встречу. Дал я ему рельсу. Понятно. Да я уже так подракиваю. А ё-моё! Не попал. 4-5, ребят, мы дуем. Полная сейчас... ракомака фоки. И я не знаю, я попаду, не попаду. Попаду или нет? Да, я его слил. И ты можешь флаг там подобрать? А. Так, да. Ты там, и насколько... Я сбил рельсу, кивды. Сзади, Андрей, и выезжай на центр есть. Так. Ты бы сказал, что сольёшь, то, что как бы для меня это было... Ладно, прости, да, это был мой... Косяк, я полный рак, я не думал, то, что он так рельсу перезарядит, в общем. Едь на базу. Я не знаю, дело хоть что-нибудь, я попытаюсь на себя как-то отвлечь внимание. Так, отлично, Андрей разряд. Ладно, я стой. Пока главное, что не стой. Знаю. Не знаю, что мне делать, потому что если я выйду, меня могут слить. Еще респ Андрея просто. Так,
разряжен. Меня слили. Я ему как-то... Да. И в другую сторону сразу. Успеешь? Блин, я вообще куда-то в центр стрельнул. Я хотел в этого рачка стрельнуть. Ну, у них кивдей минус. Да, на один, на одну флаг. Едь за флагом. Я лучше попробую флаг вернуть. Главное, едь за флагом. Меня сбили рис. Отлично. Ну, красава. Отлично. Все, ребят, 5-5. Где рез этого кивдей? Что за кивдей вообще? Не знаю. Ты, наверное, как киевсин, только кивдей. Как я рельсу? Чего? Я как-то вторую рельсу, походу, выдержал. Или что-то... А, блин, я думал, ты кивдей слил. Вот это, ребят, я, правда, вступил. 5-5. Отлично, Андрей, минус. Андрей, минус. А, не, полный минус. Полностью минус, да. И я не знаю, насколько кивдей. У меня, наверное, не будет шансов. Заезжай сразу на выезде. Нет. Не попало. Хотел сделать, но... Что-то я вступил, даже вступил очень, я вам скажу. Так, он. Я солью его, не надо. Давай. Ехать, а да? Где я, Андрюша? Андрюша справа. Так, ну он меня попал как-то по стыловому. Так, 6-5, мы дуем и 6-6. Ребята, 6-6! Некий. Андрей, я дал рельсу, сольешь его. Так, а здесь. Ой-ой-ой-ой, короче, я продержишься. Стараюсь. В дефе стоит, то есть постарайся ему сейчас как-то. Отлично. Ну, блин! Да, ну да, нафиг. Так, знаешь, по раковскому мы слили. Я думал, у меня показалось, что я практически кинул минус. Ну ладно, ребят, к сожалению, да, мы слили, но на волоске от победы были. А, ладно. В общем, получился такой ласточек. Подписывайтесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Подписывайтесь на канал Никита, мой паблик и паблик Ретенк. Все ссылки, как всегда, в описании. Всем удачи и всем пока. Всем пока.